железный байк и пассажир весом около полутонны. Вот новое творение художника Александра Кононова. Вдохновленный летней жарой и страстью к мотоциклам, Александр создал эту скульптуру. Мотоцикл – это, в общем-то, символ мужественности, брутальности, ну, чего-то мужского такого. Хотелось чего-то крутого. Я сам на мотоциклах езжу, мне нравится. Ну и поэтому вот, захотелось такого сделать. В этой модели все как у настоящего мотоцикла. Руль вертится, колеса крутятся. Совсем скоро железная скульптура уезжает в город Королев. Ее выкупил местный олигарх для украшения своего бизнеса. Кстати говоря, предыдущие работы Александра тоже отправились туда. А тем временем на очереди следующий железный эксклюзив. Вот сейчас я начал делать следующего робота. Я хочу применить такие, видели, такие, как некоторые детали у него закрыты, такие в фильмах, видели. Не голые детали, вот как у этого, а часть его как бы, как назвать, латы или щит какой-то. Вот эти вещи хочу сделать, попробовать. Вот видела, половина глаза так вот закрыта ходит, ну, где-то в фильмах. Ну, а что? Вы смотрите фильмы вот эти все про робота? Ну, а видел, конечно. А же вы Сталь не смотрели? Конечно, смотрел. Все шедевры художника рождаются в небольшом сарайчике во дворе дома. Для этого не нужны специальные инструменты и особые условия. Все создается методом проб и ошибок. Главное – иметь творческий вкус и золотые руки. Александр Кононов – создатель необыкновенных скульптур, не останавливается на достигнутом. Для него творчество – смысл всей жизни. В своих железных друзей он вкладывает всю душу. Какой русский не любит быстрой езды? Поехали кататься. Все, поехали, ребята.